Всем привет, ребята! С вами Гамара. Отгадайте, где я? В GTA 5 РП на сервисе. Здрасте. Играл я в РП 2 года назад, может быть даже больше. И вот я решил зайти посмотреть вообще на Маджестике, ни разу не играл. Говорят, тут очень всего изменилось, есть очень куча других серваков. Если знаете какие-то крутые серваки, реально, пишите в комментариях, я посмотрю их и, может быть, перейду с этого сервиса на другой, сервера на другой. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Кто кушает, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, комментируйте. А мы начинаем, погнали. Я вот здесь вот появился, блять, сколько же мне пришлось всего сделать, это скачать, то скачать, там на вирус проверить, зарегистрироваться, перезагрузиться, ёпарный театр. Ну нахер. Так, мы появились, добро пожаловать на Majestic Rail Play, Гамара Сергеев, да, я Гамара Сергеев здесь, если что. Да мне пух. Подходим к этому перчику. А, взаимодействовать. Иван Чажин. Путеводитель мой. Добро пожаловать в Лос-Сантос. Я могу чем-то помочь вам? Как начать игру? А мне нужен транспорт. Да, давайте начальный квест. Чего, блядь? А где карта? Я сейчас расплачусь. А, ебать. Я вообще забыл управление здесь. Я скажу. Чего? А, подожди, а как этот? А, вот. А где начальный квест? А, игрок. Я, в общем, буду тупить, поэтому сильно не горите. Я давно не играл в GTA. Где, блядь, начальный квест? Буква М. Что-то мистер Карт, Russian Mafia. Ага, ага. АЗС. Походу, блядь, серия не выйдет.